Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы будем смотреть с вами эту замечательную игрушку. Она очень старая, но достаточно атмосферная, и играть в нее всегда приятно. Давайте я вам покажу. Мы начнем играть за пехотинца. Поехали. Ну что ж, происходит эвакуация. Нам нужно сбежать с этого места. Все двери практически закрыты. Но для нас несколько дверей откроет вот этот вот человечек. Да, товарищ наш, командир. Доблестный наш командирище. Как видите, игрушка графически даже ничего так. 99-й год все же. Но видно, что даже зеркала есть. То есть все достаточно замечательно сделано. Есть также зрение вот такое у нас, очки специальные. Так, ну что ж, пойдемте. Она очень пугающая игра. Можно кидать вот такие вот флееры, что очень хорошо. Так, игра атмосферная, действительно атмосферная, играть в нее страшно. И она сделана именно так, как было в фильме. То есть вот эти вот все декорации, все текстурки перерисованы именно с фильма. Так, здесь нам нужно открыть. Ой. Так, давай, товарищ друг. Ну, а, здесь открылось. Отлично, отлично, отлично. Я помню, играл в эту игру, когда у меня еще был... Опс, что там такое? Кто там полз? Когда у меня был 3D-ускоритель. Была видеокарта Estreo 3D 2X с 4 мегабайтами памяти. И был отдельный 3D-ускоритель, который... подключался вниз под видеокарту и соединялся кабелем видео VGA. Опа. Ой. Окей. Нам нужно пробраться к аэрошлюзу. Закрыть эту дверку и пройти в другую. Так вот, у меня был отдельный ускоритель 3DFX Voodoo 2. Да, на нем было 12 мегабайт видеопамяти. Это было круто, ребята. Это был предел мечтаний. Это было здорово. Так, как мы видим, здесь у нас яйца есть. Их надо уничтожить. Иначе начнут вылупляться хэдкрабы, да? Так. Кто-то к нам движется, да? Это очень плохо. Так, 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 так. Страшная игрушка, конечно. Так вот, я играл в эту игру. Мне было ужасно страшно в нее играть, потому что вот эта вот темнота, вот эта вот атмосфера, звуки задействованы все оригинальные. Это очень-очень большой плюс. Это сделано очень здорово. Действительно здорово. Так, чужие. Сейчас пойдут чужие откуда-нибудь, как всегда. Ой. Окей, нам говорят использовать наши очки и бросать флееры. Вот он этот корабль, да, ребят? Вроде бы он. Так, лифт, нам нужен лифт. Ой, чё ж я понакидал-то? Эй, куда? Назад не надо. Давай заново вверх. Так, отлично, идем вперед. Ёлки-палки! Вот он прибежал, друг наш. Так, они вот отсюда в основном выбегают, да? Оу. Ребят, 99-й год. Не ори. Все нормально.
Не ори, все зашибись. Все под контролем, друг мой. Ой. Да-да-да, кислота. Кислота с чужих. Кто смотрел фильм? Естественно, все смотрели фильм. Кислота с чужих. Ой, дает нам огромные повреждения. Вот они перемещаются по стенам, ребятушки. Страх. Какая атмосферность, какой драйв, какой экшен, блин. Побежали. Я не знаю, куда бежать, но быстрее побежали. Просто бежать, ребята, я не знаю. Это страх, это... Ой, блин. Ничего не знаю, бежим. Так, сюда, не сюда, куда? Паника. Это просто паника. Ай, блин. Ах ты, собака. К сожалению, меня завалили. Если, конечно, вам будет интересно, я начну ее проходить, потому что игра действительно заслуживает особого внимания. А пока я просто проиграл, ребята. Это ужас, я проиграл, придется начинать сначала. Ну что ж, я, наверное, сохранюсь. Хотя, что тут сохранять, все равно придется заново играть. Если вам понравилась игра, оставляйте комментарии. Скачивайте, играйте. Замечательная игрушка, атмосферная, страшная, действительно. Вы проникнетесь атмосферой именно из фильма, и сама игра замечательная. Всем до встречи, всем пока-пока.